Если вы боитесь медведей, лучше не смотрите это видео. Медведи очень часто проявляют интерес по отношению к охотникам, которые сидят на деревьях. Они думают, что это за существа, которые могут залезать на деревья, так же, как и они. Медведь настолько близко приблизился к человеку, что даже камера полностью не вмещает его. После того, как он спустился и еще раз залез на дерево, хищник своей лапой ударяет человека по ноге, что, конечно же, напугало оператора. Как вы думаете, что бы произошло дальше, если бы в конце человек не прогнал бы медведя? Представьте, что вы подъезжаете к своему дому, и на крыльце вы видите медведицу с медвежатами, и один из медвежат сильно заинтересовался машиной. И постояв немного, эта семейка покидает территорию дома. Хорошо, что оператор не выходил из машины. И вот очередной человек, который был в опасной встрече с медведем, да еще и подкармливал его. Бурый медведь, которого он пытался подкормить, даже не обратил внимания на корм. Его больше заинтересовала нога человека. А ну-ка! Даже катаясь на лодке, вы не застрахованы от нападений этого хищника. А в этом же случае проплывающая мимо лодка была преследована агрессивной медведицей, которая защищала своих медвежат. А этот медведь оказался посреди улицы в окружении людей, собак и машин. И он явно был растерян в данной ситуации. Прям вообще медведь. Опа, мать, точно, Ира, не останавливайся, Ира, да я боюсь, чтобы он не кинулся. Позже видно, как медведь преследует человека, который спровоцировал его, подойдя на близкое расстояние. Мужчина отчаянно бегает в разных направлениях и едва не попадает под автобус, когда выбегает на дорогу. О, автобус сбил. Растерянное животное бегает повсюду в поисках укрытия. Бесстрашный. Ты мой зайчик, ты мой зайка какой, а? Одинокий мужчина, стоящий рядом и разговаривающий по телефону, тоже получает от медведя, когда животное нападает на него, прежде чем побежать за ним. Опа, опана. У медведей очень хорошо развиты органы чувств, и если вы думаете, что они не смогут вас увидеть или почувствовать ваш запах на расстоянии, то подумайте об этом еще раз. Эти медведи проводили свое время на открытом поле, когда один из них заметил человека, снимающего его на камеру. Thank you.
Медведь просто срывается с места и бежит в направлении человека, снимающего его. И когда он приблизился, становится понятно, что медведь точно бежит в сторону человека. Удивительно, что они могут заметить вас на таком большом расстоянии. Ну а дальше видео заканчивается, и что случилось после, остается загадкой. Этот человек начал снимать на видео медведя, который бежал по обочине дороги. И как только хищник становится параллельно машине, то набрасывается на транспортное средство, а затем и на прохожего. Медведь! Вот это б***ц! Эмоции у водителя бьют через край, потому изъясняется он на русском матерном, но повод реально удивительный. Немного позже пострадавший дает интервью и рассказывает все, как было. То есть медведь поравнялся со мной и прыгнул на меня. Вот, то есть единственное то, что я успел выставить локоть, чтобы он меня не уронил. Этот охотник сидел на дереве и выжидал дичь, однако его заметили раньше медведица с медвежатами, которые проходили прямо под деревом, на котором он сидел. Обнюхав дерево, медведица с медвежатами начинают уходить оттуда. Похоже, что черный медведь забрел на красивый задний двор этого дома. Не замечая хищника, ребенок продолжает покачиваться на качелях. Ребенок продолжает кататься на качелях, даже когда медведь выходит из кадра. Вероятно, тогда он стоял прямо за ней. И увидев хищника, девочка сразу же бежит домой. Кажется, эти заборы нужно сделать попрочнее. Ведь кто знает, что же может случиться в следующий раз. А у этих людей, можно сказать, железная выдержка. Мама закрывает глаза ребенку, пока черный медведь наслаждается тем, что есть на столе. Животное ведет себя так, будто там вообще нет людей. Это говорит о том, насколько он был голодным. Мать ребенка изо всех сил старается не двигаться, и если это не отличное воспитание, то я не знаю, что это. Эти люди попали в сложную ситуацию, когда один из их друзей упал с мотоцикла и на него набросился медведь. Но хорошо, что он успел вовремя среагировать и отбежать. Во время работ эти люди встретили медведя и предложили ему хлеб. Медведь подошел, схватил хлеб и съел его за раз. Зайди. Тихо. Не бойся. Чего, Мишель, вкусно? Далее хищник идет, думая, что ему дадут еще хлеба, и затем происходит это. Сейчас, он даже не кидается. О, блядь, не кидается, видишь, кого? Ну, друг! Возможно, вместо хлеба он попробовал бы руку человека, если бы оператор вовремя не закрыл бы дверь. А на этом видео человек, видимо, хотел сравнить силы своей собаки с медведем, но что-то пошло не так.
my god. Josh. Oh my god. А в этом видео турист встречает молодого медведя, который выходит из-за кустов. Через некоторое время медведь на расстоянии смотрит прямо на человека, пытаясь разобраться в ситуации и понять, является ли человек другом или врагом. Далее медведь уходит, но предупреждает человека таким образом. Затем медведь обходит человека и приближается к нему сзади. В конце концов, медведь, приблизившись максимально близко к человеку, теряет интерес к нему и покидает его. Эти люди остановились, чтобы поглазеть на медведя, который вышел на обочину, и один гений даже хотел погладить хищника, но медведь сразу же показал ему, что этого лучше не стоит делать. Все эти машины остановились, чтобы посмотреть на медведицу с медвежатами. Этот парень, открыв бак, был просто шокирован тем, что там находился медведь. В испуге он быстро убежал оттуда. То же самое можно сказать и про медведя. Человек просто сидел и наслаждался прекрасным видом, а затем к нему присоединился этот большой медведь. Кто бы мог подумать, что медведь тоже будет наслаждаться видом. А затем, просто посидев рядом с человеком, медведь, как ни в чем не бывало, покидает своего компаньона. Поистине удивительное зрелище. Этот парень пытается отбиться от агрессивного медведя, который внезапно на него нападает. Он хватает палку и начинает кричать и махать им. Напуганный нападением медведя, человек не перестает бить хищника палкой. И после всего этого человеку удается отогнать медведя. Этот парень наблюдал и снимал на видео, как медведь свободно бродит по улице. Затем хищник замечает его и направляется в сторону человека, чтобы узнать, зачем же он это делает.